Девочки, всем привет огромный. Вы знаете, где мы. Вы уже, наверное, узнаете мои примерочные, в которой я хожу. Это Массимо Дутти. И хорошие новости. Массимо Дутти начались распродажи. В Заре еще нет, Массимо Дутти уже. До 50% распродажи, и это прекрасная новость. Вы узнаете мою большую примерочную любимую, я надеюсь. В общем, примерки у нас сегодня будет немножко из новой коллекции, ну совсем немножко, и очень много распродажи, потому что цены уже такие. Ну, еще не очень, конечно, но в принципе уже можно как бы воспринимать их, да? Все, давайте я вам покажу, в чем я. У меня, значит, пальто теплое. Ну, не очень, потому что у нас еще по-прежнему не очень холодно. Сапоги у меня такие казаки. Вы их тоже знаете. Платье это у меня из Uniqlo. И такие рождественские новогодние украшения. Это нет, это просто такой кулончик винтажный. А это тоже, кстати, винтажная брошечка. Вот, была я на работе. Сегодня у нас последний день рабочий перед рождественскими праздниками. Ой, я забыла спросить, когда мы возвращаемся. Наверное, 3-го. Да, будем надеяться. Вот это самое платье, мне кажется, что вы помните, я вам его показывала, во всяком случае, по-моему, я показывала, когда я его покупала. Это, по-моему, не с этого, это с прошлого, или даже позапрошлого года, я не помню точно. Ну, в общем, очень красивое платье, это коллаборация с Маримека, Uniqlo, коллаборация с Маримека. Очень мне оно нравится, до сих пор в него влезаю, что уже большой плюс, конечно, для него. Ну все, давайте начнем примерки. В общем, у нас много всего тут разного, платья, юбки, свитера. И даже одно платье на новогоднее торжество. Первый образ у нас такой а-ля работница-крестьянка. Очень симпатичный кардиган и юбка. Кардиган такого оранжево-горчичного цвета. И юбка, вот в ней тут есть, видите, вот такие вот вкрапления. Она тоже такая желто-оранжево-черная. В общем, много в ней цветов. Кардиган очень здесь сильно расходится. Мне повезло, что у меня есть брошечка, которую я могу скрепить это все и не держать вот тут вот, чтобы ничего не вываливалось. Немножко он такой объемный, великоват. По-моему, это медиум размер. Я сейчас проверю, но, в общем-то, он и должен быть, наверное, такой, знаете, не в облегон, а такой, знаете, широкий, объемный. И вот очень интересная юбка с какой-то такой здесь вот сделана фалдой. И тут уже у нее разрез. В общем-то, как бы, ну, интересно. Все это распродажи, девочки. Я забыла сказать, что мы начали с распродажи. У меня есть пару вещей с новой коллекции, но мы оставим напоследок. А пока что распродажи. Кардиган очень симпатичный, красивый такой, вязкий. Нужен был бы, наверное, все-таки поменьше. Все-таки он очень большой. Ну вот, чтобы вы представляли, какие у них размеры. Да, я понимаю, что это оверсайз, ну как бы так. Немножко слишком оверсайз, по-моему. Так, давайте будем смотреть. Это был, да, размер medium, значит, скорее всего, что лучше бы, конечно, мне был бы small. Стоил он $150, сейчас он стоит 90. То есть, вот, действительно, уже хорошая распродажа. Не 50%, как гордо написано на витрине, но почти 50%. Значит, сделан он в Италии, что очень хорошо. Давайте посмотрим его состав. Значит, 13% шерсть. 13% катон, 12% вискоза, 1% эластан, все остальное акрилик. Ну, так, набрызгали шерсти, набрызгали катона, что называется. Немножко вискозы, в общем, всего по чуть-чуть, каждой твари по паре. Но вот, видите, на ощупь, по ощущениям, он очень симпатичный такой, знаете, очень приятный. Немножко большой, мог бы быть, конечно, поменьше размер. Я осталась в той же юбке и принесла еще вот такой вот свитер. Он очень интересный, вот этим вот своим воротом большим. Немножко, конечно, он такой душнило такое. Как-то странный этот ворот, очень высокий. Я, честно говоря, думала, что это будет такой, знаете, отложной, как будто бы полуворотник. А это фактически... Слушайте, я не одела его наоборот. Нет. Думала, может, это сзади должно... А, это фактически вот
с высоким горлом свитер, но горло как бы еще откладывается. Я тоже как бы, не знаю, мне не очень нравятся такие модели, они меня как-то съедают, вот у меня такое впечатление. Хотя, в принципе, ну вот, носят же люди свитера с высоким горлом, но немножко это как-то, не знаю, ну ладно, ну просто свитер с высоким горлом, он очень красивого цвета. Ну как очень красиво, он обычного такого базового цвета серого, но если честно, мне он очень нравится, такой красивый серый цвет, немножко длинные рукава, но во всех цветах, у меня вообще все длинные рукава всегда, и хороший размер, правильный, видите, он не слишком большой, не слишком маленький, а в принципе очень как раз вот то, что надо по ширине, то есть вот если с какими-то брючками, то тоже хорошо будет, даже с юбкой неплохо, может не с этой, но в принципе с такой юбкой немножко расклешенной или немножко такой, знаете, или узкой наоборот юбкой, он как раз стратегически прикроет живот. И мне кажется, что вот такой вот, вот этот кардиган был очень широкий, а вот такой вот ширины свитер, он как раз то, что надо. И, судя по всему, он какого-то хорошего состава, потому что мне в нем очень жарко, видимо, шерсть. Сейчас мы посмотрим, проверим, ну, во всяком случае, вот так вот это выглядит. Очень хороший уже даже тем, что вот я вижу, что на этикетке написано, что он сделан из итальянской ткани и сделан в Испании. То есть, правильно, Испания? Да. То есть, все в нем замечательно и прекрасно. И даже страна производства мне нравится. Но он, конечно, дешевый. Он стоил $200, сейчас он стоит 125. Примеряла я размер медиум. Вот видите, этот медиум. И этот медиум, два совершенно разных медиума, но давайте посмотрим состав. Я думаю, что состав у него хороший. Значит, 20% переработанной шерсти уже. И давайте посмотрим, что еще в нем есть. Ну, что вам сказать? Честно говоря, я думала, состав в нем получше для $200. В принципе, он ведь стоил $200 до сейла. Значит, в принципе, в нем 31% шерсти. И 20% хлопок, все остальное, вот 19% полиэстер, 30% полиамид, да. Как-то я ожидала $200 свитера, сделанного из итальянской ткани, сделанного в Испании. Я ожидала, что в нем будет шерсти побольше, хотя бы половина, и хотя бы, а лучше 100%, ну хотя бы 80% шерсти, но вот нет. Ну, опять же, вот сделан хорошо, очень аккуратно. В Испании сделали, в общем, старались, короче. Юбка на небольшой совсем распродаже, она стоила 130, сейчас она стоит 90, размер 40, я примеряла, он мне как раз, ну, вот, то, что надо. Это американский 8, европейский 40, насколько я понимаю. А видите, как она сделана, интересно, вот у нее нет пояса, ну, честно говоря, юбка какая-то выглядит немножко дешево. Но, тем не менее, выглядит неплохо. Интересный фасон, интересный крой. Вот здесь вот видите, у нее спереди как бы шов. И вот здесь вот у него такие складки идут. Сверху идет вот такая вот планка, которая плавно переходит в разрез. Подкладки нету. А состав давайте посмотрим. Но подозреваю я, что ничего хорошего нас там не ждет. А нет, оказывается, 100% вискоза. Видите, как неожиданно. Я что-то думала, что она такая не очень дорогая. И состав тут будет не очень хороший. Вот после этого свитера меня постигло такое разочарование, если честно. Потому что я прямо за $200 ожидала, что он хотя бы будет хотя бы 70% шерсти, но нет. Так, вернемся к юбке. Ну вот, 100% вискоза. Интересная юбка, интересная расцветка, такой, знаете, интересный фасон. Немножко летняя, конечно, но вот сейчас у них как-то зимних юбок особенно не наблюдается. Вот все какие-то такие тонкие. Сделана она в Марокко. Ну окей, it's okay. Ох, какое шикарное платье, девочки. Ну, вы знаете, что я люблю. Это прям мое-мое такое. Умеет Масима делать вот эти вот платья с запахом. Красивая расцветка, фасон. Все шикарно, все мне очень нравится. Просто очень нравится. Это платье с запахом. Причем у него, знаете, отрезное. Вверх как-то немножко сделан такой с напуском, а вниз юбка вот здесь вот застегивается и здесь вот завязывается.
И вот такая вот она. Может быть, чуть-чуть мне маловато. Я не помню, какой-то размер, наверное, medium. Мне все-таки, наверное, надо было взять large. Но я боюсь, что large бы мне был вот тут вот очень большой, вот в верхней части. Да, очень красивое платье, шикарное, просто супер. Оно тоже на распродаже, оно еще не очень дешевое, вернее, совсем не дешевое, но просто мне очень нравится, прям такое красивое, красивое. Посмотрю, какой у него состав. Девочки, посмотрите, какая расцветка. Ну, просто шикарно. Не прибавить, не убавить. Очень мне нравится оно. Ну, вы знаете мой вкус, вы знаете, что это моя вещь такая. Очень-очень красиво. Платье, конечно, зачетное, размер medium, сделано оно в Португалии, стоило оно 219, сейчас оно стоит 129, то есть как бы еще не дешево, но очень красивая расцветка, очень красивый фасон, мой любимый запах, такой, знаете, немножко такой, такой фасон кимоно и расцветочка такая, как будто бы такой, знаете, немножко такой японский халат. Но, в принципе, очень красиво, просто очень красивое платье. И материальчик неплохой, 100% вискоза. Ну, в общем, так что все с ним хорошо, с этим платьем, за исключением цены. Немножко дороговато еще. Еще одно очень красивое платье, но очень длинное. Не то это имеется в виду, как будто бы вечернее, что оно как бы должно быть до пола, в пол, как бы на выход или что-то такое, ну не знаю, но оно обалденной красоты. 38 размер, на удивление я в него застегнулась, я думала, что я, честно говоря, не влезу, но платье очень красивое, девочки. Если вам нужно вот платье такое в пол, но не прям такое на красную дорожку, а такое в меру нарядное, потому что это не потому, что я как бы маломерка, поэтому оно такое длинное. Оно в принципе даже, ну, прямо вот в пол у меня. То есть даже если девочка будет повыше, оно может быть, ну, вот чуть-чуть станет короче. Но оно так красиво сделано и такая красивая, приятная ткань. Я даже подозреваю, что это какой-то шелк. Может быть, ну, не знаю, сейчас проверю, трудно сказать. Посмотрите, какой красивый в нем рукав, реглан. То есть цельно скроенный верх. И здесь вот очень красивые складки. Как-то оно так красиво скроено, вырез не очень большой. Потом здесь вот на талии вот этот вот узел, и от него тоже идут какие-то вот такие складки. И вот здесь вот разрез. Где-то вот так, хорошо выше колена. Шикарное платье, просто шикарное. Я в восторге, если честно. И расцветка такая, знаете, в меру не очень яркая, такая, в общем-то, благородная. Даже немножко такой гобелен напоминает расцветка. Очень-очень красивое платье, не дешевое, я уже посмотрела его цену, оно там стоило за 200, сейчас, по-моему, 169, но я сейчас посмотрю внимательно на него хорошо. Но платье очень потрясающей красоты, просто необыкновенной красоты, и очень красиво, комплементарно сидит на фигуре, вот благодаря вот этим вот рукавам таким, приталенное, здесь так расклешенное, живот не виден, потому что здесь вот эти вот складки, ну прямо то, что надо, то, что надо. В принципе, длину-то можно отрезать, там еще подкладка, в общем, шикарное платье, шикарное. Посмотрим на него. Это размер 38 или американский 6. Ну, я вообще не влезаю в 6 уже давно, вообще-то 8, но вот в него влезла, причем довольно легко. Стоило оно 279, сейчас стоит 169. Не дешевое платье, но потрясающее. Такая ткань тонкая, нежная. Просто супер. Очень красивое платье, девочки, очень не дешевое. Но давайте посмотрим состав, даже интересно мне. Значит, экстерьер, ну, то есть верхняя ткань сделана из 100% вискозы, а вот эта подкладка 100% полиэстер, ну, окей. Но, в принципе, оно сделано из вискозы. Вот мне так интересно, вот как они делают вискозу настолько разную. Вот это платье, например, да, оно
совершенно другой фактуры, другого качества. Это вообще как бы совершенно абсолютно по-другому чувствуется, ощущается. Ну вот как бы ниточки болтаются, конечно, да. Вот здесь вот. Ну ладно, ничего не идеально, тем более оно уже на распродаже, то есть оно уже какое-то время в магазине повисело. Видите, оно такое даже немножко, оно так светится. Видите, вот моя рука. Видите? А поэтому юбка у него, юбка на подкладке, потому что иначе бы оно светилось. А вот это вот такое вот плотное. Совершенно такое, знаете, больше даже какое-то такое шелковистое. Но при этом оба они вискоза. Ну, вискоза — это такая ткань, по-моему, из нее можно сделать все что угодно. А вот эта юбка, она вообще как будто бы шелковая, понимаете, она тоже вискоза. Ну, в общем, красивое платье, девочки. Эх, что вам сказать, конечно, цена такая. Ладно, пошли дальше. Принесла еще такой шикарный сиреневый свитер. У меня нет к нему юбки, поэтому я померила его сверху на мое платье, потому что у меня здесь тоже есть сиреневый. Ну, как бы, kind of подходит. Очень красивый свитер. Из такой, знаете, косами вязаный, такой пушистенький. Я не думаю, что он какой-то там шерстяной или что-то такое, потому что он, ну, относительно дешевый для Massimo Dutti. Вот такой вот у него широкий рукав, более или менее широкий, довольно длинный, как всегда, у меня все рукава длинные. А сам он, видите, вот такой вот не очень широкий, опять же, а вполне такой в меру широкий. Не очень облегает, а не очень висит сильно. В принципе, такой довольно хороший размер. Вот такой вот вырез у него. Очень красивый цвет. Цвет вообще обалденный, просто не оторваться. Шикарный свитер, очень-очень красивый. Свитер у нас размер medium, сделан в Италии, замечательно. Сейчас он стоит $90, сколько был, не знаю, видите, заклеили старую цену, поэтому я не могу вам сказать. Ну, наверное, стоил долларов 150, сейчас он стоит 90. Очень красивый, очень приятный, давайте посмотрим состав. Короче, из хорошего у него 41% шерсти, все остальное полиамид, полиэстер и так далее. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что для почти что полушерстяного свитера цена у него не такая уж и страшная, потому что я не помню, вот этот стоит намного дороже, а шерсти, по-моему, в нем меньше. Хотя в нем там есть котон, но как бы шерсти в нем меньше, поэтому как бы нормально все. Единственное, что за счет чего вот этот вот пушок такой, обычно есть какой-то немножко, знаете, или ангора, или что-то, чтобы он такой был пушистый, а здесь ничего, вот только шерсть, а все остальное всякая шняга. Но очень красивый свитер, красивый такой, знаете, очень низкий рукав реглан, очень красивый цвет, классный. Это платье из новой коллекции, это не на распродаже, очень классное платье, опять ко мне все липнет. Короче, написано, что это шерсть и кашемир. На ощупь я могу в это поверить, оно очень приятное. По ощущениям, как оно чувствуется. Ну, посмотрим на этикетке, сколько той шерсти, сколько того кашемира. А то, знаете, они так гордо пишут шерсть и кашемир, а потом оказывается там 3% кашемира, 15% шерсти. Платье интересное, оно, видите, сзади серого цвета. Ой! Сейчас растяжение поясницы получу. Здесь такого бутылочно-зеленого, серого цвета воротничок и вот такой вот пыльный розы, бежеватый такой рукав. Интересное сочетание. Кстати, напоминает мне немножко, помните, мы бродили по магазину Кос, и там вот много таких вещей. Color block это называется, когда несколько цветов, таких активных, в принципе, сочетаются вместе, и выглядит это довольно интересно. Ну, в общем, вот такое вот платье, довольно длинное, нормальной длины, уже не такие какие-то подстреленные, которые я мерила здесь в прошлый раз в Massimo Dutti. И вот так вот оно выглядит. Оно, конечно, лепится ко мне и клеится. Статическое электричество у нас тут вовсю сейчас зимой процветает в Канаде. Ну, в общем, вот такое платье. Это новая коллекция, на него нет сейчас распродажи, но оно очень интересное. А размер medium, ну, видите, он не был нормальный, в принципе, не мал. Ну, практически не мал. Видите, здесь написано, что это шерсть, кашемир, сделано в Китае. Окей, стоит оно $199. То есть не дешевая,
сейла на него сейчас нету, но интересно, видите, какой красивый бутылочный цвет, серая спинка, вот такой очень красивого цвета бежево-розовый рукав. Ну, давайте посмотрим, сколько в нем того шерсти и того кашемира. Вы знаете, девочки, беру свои слова назад, потому что 96% шерсти, 4% кашемира, то есть никакой синтетики в нем нету, и действительно это ощущается. Конечно, хотелось бы побольше кашемира. Ну ладно, за практически 100% натуральный состав отдадим ему должное. Ну и цена, конечно, $199-$200. Хотя, вы знаете, что сейчас я видела кашемировые вещи. Ну, он не кашемировый, он шерстяной, чуть-чуть, оно платье, чуть-чуть кашемира. Я видела, конечно, кашемировые вещи за $200 можно купить полностью, так что это как бы не так уж и дешево. Но интересное платье, такое необычное. Немножко похоже на мое, в котором я пришла, тоже такое трикотажное платье разных цветов. Ну и, конечно, находясь в предпраздничном настроении, я не знаю, когда я выложу это видео, перед Новым годом или уже после, скорее всего, перед Новым годом. Не знаю, 100% не могу сказать. Но, находясь в предпраздничном настроении, захотелось мне, зайдя в магазин, увидев это платье, примерить его. Оно, конечно, очень нарядное, очень красивое. Видите, здесь как бы двойная юбка. Верх пришит вот такой вот тонкий. Еще один слой. А все платье сделано из такого типа, как будто бы шелк. И вот здесь вот очень красивые вот такие вот пришитые прозрачные компоненты. Ну, красивое платье, ничего не могу сказать, очень нарядное действительно, но очень такое минималистичное, скромное, вернее, не то чтобы минималистичное, но такое не броское, так скажем, но в то же время вот оно, конечно, безусловно праздничное, безусловно на любой выход, на любой праздник. Единственное, что мне вот лично с размером как-то не очень, потому что вот здесь оно мне прямо очень впритык, а вот здесь оно мне как-то немножко великовато. То есть попа у меня выросла, а груди нет для него. Или наоборот. Нет. Попа выросла, а грудь нет. Такое вот несоответствие. Но в принципе красиво сделано, очень красиво сшито. Я еще потом сниму вам, покажу его поближе на вешалке. Платье у нас размер medium, стоит аж $219. Вообще ни разу не дешевое, но оно, конечно, такое нарядное, красивое, элегантное платье. Здесь сделано как будто бы шелк, здесь такой шифон прозрачный, юбка тоже сделана очень красиво. Видите, низ такой вот, два слоя как будто бы шифона прозрачного. Очень красивое платье, заслуживает самых наилучших похвал. Я сейчас вам так его сниму. Спинка тоже у него такая красивая. Очень красивое платье, если вам нужно на выход, на Новый год, на праздники, в общем, то, что надо. Значит, состав его 100% вискоза. Я думаю, что это вот эта основная ткань, которая как будто бы шелк. И вот это вот прозрачный, как будто бы шифон сделан. Ой, отсвечивает. 61% вискоза, 39% ацетат, видимо, что-то синтетика. Ну, в общем, не суть, не так важно, но это не шелк какой-то там и не крепдушин, а, в общем-то, все более или менее вискоза, что уже хорошо. Все, дорогие девочки, такие у нас были с вами примерки сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом или с уже наступившим. Я не знаю, когда я выложу это видео, до Нового года или после. Если до Нового года с наступающим, если после, то с наступившим Новым годом. Желаю вам здоровья. Здоровья, конечно, удачи в новом году, много денег, хороших друзей, прекрасных путешествий, замечательных свершений и достижений. Я очень надеюсь, что все это у нас уже наконец-то будет в новом году. А на сегодня все. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Привет из примерочной Масима Дути. Пока-пока, бай.